например, у нас есть Минский туристический центр. Как раз думаю, чем и привлекать туристов, тем более импортных туристов, что называется. Почему не хотите предложить эту идею? Ну, вы же предлагаете прийти сюда со проектом и поддержать его. Хорошо. Почему нет? Значит, мы его считаем, что поддерживаем. Значит, я ваши координаты помещаю. Я работаю, я начальник управления культуры города. Сотрудничаем мы тесно с нашими туристическими агентствами, и в том числе с Минтуристом. Поэтому я ваш проект хочу, чтобы увидели люди, которые профессионально занимаются организацией этих проектов, разных проектов, и я думаю, вы сможете прекрасно посотрудничать. С удовольствием. С удовольствием. Я прошу прощения, я вас много времени не отниму, еще буквально 2 минуты. На первом собеседовании я говорила о другом социальном проекте, который мне тоже очень близок. Поэтому я его тоже очень хочу вам представить. Так, 2 секундочки. Так, я в среду вас приглашаю с 3 до 8 часов. У меня приемный день. Да. Можно вашу визиточку, мы с вами созвонимся в таком случае. Запишите сюда координаты. Сейчас. Да, давайте вы не пишете, хорошо, я пока открою. Придете с проектами, и мы тогда посмотрим, как лучше с вами сотрудничать. Я вам записываю телефон приемный. 223-76-51. Звоните, значит, сюда с 15 до 20:00 на приемные дни. Так, созвоните сюда с телефона по приемным. Так, тогда подметьте мастер-класс. И я вас жду, я с проектом у себя. С удовольствием. А можно ваше имя, отчество? Я все записал. Карачевский Владимир Михайлович. Спасибо большое. Хорошо? Конечно. Я думаю, тогда вы придете туда и с этим проектом. Да, да, да. Мы очень просто прощения, да. Ну, не мы торопимся, а проект. Да, да. Сейчас не купили. Может, сразу?